Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 67-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать уникальный виджет. Не знаю, где его можно использовать, но данный виджет мне очень понравился, и я решил дать по нему обзор. У данного виджета, смотрите, есть такой бэкграунд, который плавно сменяет цвет. Вы сейчас это видите на экранах. Был красный, потом фиолетовый и так далее. Данный бэкграунд можно отключать. Но главный тут прикол именно с текстом. Мы можем вписать любой текст. На экране видно написано «Наведи на меня мышь». Если я навожу мышь, у меня анимационно сменяется текст на другой текст. Соответственно, другой текст я также могу им управлять. И здесь написано «Удерживайте мышь». И обратите внимание, что у меня мышка, курсор, стрелка сменилась на ладошку. Если я сейчас левую кнопку мыши зажму и буду удерживать, получается вот такой анимационный выстрел. Эффект, видите, да? Сжимаю мышь, мышь убираю, текст меняется обратно. Вот не знаю, где можно применить это, но давайте его рассмотрим. Переходим в Adobe Muse. Перетаскиваю данный виджет в рабочую область. Давайте поговорим о настройках. Значит, смотрите, вы меняете текст, то есть первый текст, который отображается, это у нас первое поле. Ну, я пишу здесь, например, «Привет». Соответственно, второе поле, это у нас второй текст, который всплывает при наведении. «Как дела?» напишу. Третье, «Color», ну, это цвет для текста, можно выбрать здесь любой цвет. А дальше данный виджет вы можете растягивать, и он растягивается на 100% во всю ширину, если нужно. И также мы можем отключить задний бэкграунд, если нам нужно на прозрачном фоне, чтобы была вот эта смена текста. Давайте посмотрим. Вот видно, да, текст меняется, никакой заливки нет. Я верну на место. Вот они, в принципе, все настройки данного виджета. Давайте посмотрим, как сменить размер, шрифт тексту. Мы просто в Muse выбираем инструмент «Текст», выбираем нужный нам размер и выбираем нужный нам шрифт. Давайте посмотрим в браузере. Вот у нас «Привет». Я навожу «Как дела?». При нажатии и удерживании мыши, да, у нас происходит такое схлопывание. Вот и все, в принципе, об этом виджете. Если вы сможете найти данное применение этому виджету реально на каком-нибудь лендинге, если вам не сложно, напишите в комментариях под этим видео, как вы смогли применить данный виджет. Этот виджет вы можете скачать на моем сайте, ссылка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!